Так, ребятки, у меня сегодня очередная продажа. Вот такая настольная игра, вы ее все помните. Футбол, 1100 гривен. Вот она, красавица. Новое состояние. А купил я ее за соточку. Жора, иди сюда. Жора. Жора, продажник. А, он поел, уже не хочет. А, иди сюда, ты моя хорошенькая. Что ты продал сегодня? Игру продал? Дядя Жора. Дядя Жора. Дядя Жора. Ты мой хороший. Молодец. Молодец. Хвостиком виляешь, да? Ты хвостиком виляешь. Вот такой ты хороший. Подписчикам привет передавай. Передавай привет им. Так, друзья. Сегодня вот такие покупки. Полтишочки. Серебро. Хорошее такое состояние. И ломовые часики. Вот такие. В желтых корпусах. Значит, ребята, не забывайте обучение нумизматике, антиквариату, походы на барахолки, средства для чистки монет, нумизматическая линейка и пиар ваших девственных каналов. Пошла массовка.